Автомобиля. Заправка. У нас немного нашли безлимитного автобана и поехали. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы находимся в центре Баварии, Мюнхене, в центре автомобилестроения BMW. BMW – Bayerische Motorwerke. В переводе на русский – баварские моторные заводы. Марка BMW впервые зарегистрирована в июле 1917 года в Мюнхене. По сей день компания успешно производит и продает мотоциклы и автомобили по всему миру. Как вы думаете, что у нас на обзоре? Конечно же, BMW M6. BMW M6 в кузове F13 выпускается с 2012 года по настоящее время. Под капотом уместился двигатель с рабочим объемом 4395 кубических сантиметров. Стандартная модель выдает 560 лошадиных сил и 680 крутящего момента. До 100 км в час M6 разгоняется за 4,2 секунды. Но к нам на обзор приехала BMW M6 с пакетом Competition. У нее более повышенная мощность двигателя, более чувствительное рулевое управление и специально настроенная подвеска. Мощность 8-цилиндрового бензинового двигателя M Twin Power Turbo выросла с 412 до 423 кВт. Этот плюс мощности получен за счет повышения давления наддува в верхнем диапазоне оборотов. Спортивная система выпуска выдает исключительно спортивный рык. Мурашки по коже гарантированы. Специально настроенная подвеска и чувствительный спортивный руль обеспечат максимально точную обратную связь с дорогой, будь то на трассе или в городе. Да, поговорим об этой М6. М6, как вы видите, приехала из Украины. Она там, по-моему, одна единственная, которая есть. У машины в стоке было 605 лошадей. Сейчас у нее 800 лошадей. То есть, когда она в Украине находится, у нее 800 лошадей. Сейчас 750, потому что стоят нормальные катализаторы. По стоимости машина стоила до 200 тысяч евро. 190 с чем-то. Это новый автомобиль был и в полной комплектации. Здесь есть все. Мы действительно сейчас прошли с хозяином, посмотрели по салону, по комплектации. Сюда нечего больше доустановить. Машина полная. То есть, сверх ожиданий тех, кто любит BMW. К сожалению, мне не получится попробовать 800 лошадей, но сейчас мы вместе с вами попробуем, как едет этот автомобиль. В принципе, он для этого сюда и приехал, чтобы проехаться на нем. Что у нас? Пройдемся давайте по комплектации. Красивый коричневый салон, мой любимый салон. Карбон, керамика, камеры, доводчики дверей. Bang & Olufsen. Массажные сиденья даже. То есть в М6 я реально, сколько я занимаюсь автомобилем, М6 я еще в такой комплектации ни разу не видел. Далее. Мы давайте не будем, наверное, говорить о потере стоимости данного автомобиля, дабы не огорчать нашего друга, сколько он потеряет своей стоимости. 15-й год, 16-я регистрация, выпуск 15-й. Тормоза керамика. Эти тормоза здесь необходимы. Машина разгоняется до 350 км в час. Сам хозяин ездил на ней максимум 320 км в час. Я максимум ездил в своей жизни 305 км в час. Поверьте, дорогие друзья, это страшно. 209, 220, 230, 240, 250, 260, 270. Ты когда едешь в трехполоске на автобане, а в Германии автобаны достаточно широкие, у тебя эти три полосы становятся как тротуар. Вот так вот. А особенно, когда ты едешь и видишь, что люди едут и могут выскочить в левую полосу, а у тебя стоит 300 на спидометре, это страшно. Ты держишься за руль, руки потеют. А там сбоку есть перчатки специальные, чтобы руки не потели. Да. М-перчатки. Смотрите, в этой машине ну просто необходимы такие перчатки. Все, я себя чувствую как настоящий гонщик. Тебе страшно, ты за него просто цепляешься и давишь на гашетку, потому что ты хочешь увидеть больше на спидометре. Это стоит попробовать раз в жизни.
Сегодня, я думаю, у нас не получится, потому что у нас будний день, автобаны забиты. Сколько сможем, столько разгонимся. Вот. Ну и что я хочу сказать. Давайте прокатимся на нем. Много не будем о нем разговаривать. Все прекрасно знают BMW M6 Grand Coupe. Ты доустановил сюда спойлер. Дополнение по этому автомобилю около 25 тысяч. Это тюнинг. Акропович стоит. Замечательный звук. Вот. Ну и расход его, когда ты едешь на автобане, может достигать до 25 литров. Легко. В городском цикле 12 в среднем. 12-15. Ну, смотря как ехать и нажимать на педаль газа. А так, замечательный дизайн. Мне нравится М6, но она нереально дорогая. Ее нужно, эту игрушку нужно себе позволить. Это дорогая игрушка. Давайте прокатимся, садимся в салон и поедем вместе с вами, посмотрим, как он едет. Выпустите нас на волю на немецкие автобаны безлимитные. Перчатки приятные, слушай, прям. С такой машиной ты не пытаешься ехать комфортно, ты не думаешь о том, что тебе нужен комфорт. В этой машине ты думаешь о веселье, думаешь о развлечении, думаешь, как нажать, где подрезать, как, короче, начинаешь хулиганить. Эта машина развращает. Да, Бенкен Толлофсон. Керамик, здесь карбон. Крыша тоже карбон, поэтому нет люка. Кожа, смотрите, вот кожана и алькантара. Я хочу сейчас чуть притормозить и попробовать здесь как со звуком. Это что-то невероятное, ты мне спину сломаешь. Нас немного нашли безлимитного автобана и поехали. И все, и приехали, в принципе, 207 км в час. И у нас кто-то едет, расслабляется по автобану. Ну, просто нереально монстр. Он едет, едет и едет. Сколько ему? 235. Когда ты едешь в этой машине, ты понимаешь, за что ты отдал 200 тысяч евро. Кстати, 200 тысяч евро – это однокомнатная квартира в хорошем центре Мюнхена. В районе Мюнхена, я хотел сказать. Мы сейчас едем на однокомнатной квартире в Мюнхене. Таких реально нет в Украине, правильно? Она одна такая. Или есть такие конкурентные? Не видел. Я тоже думаю, что нет. Здесь, кстати, есть трехуровневый чип-тюнинг. Первый – это просто прошивка. Здесь второй – это уже со спортивными катализаторами. И третий – там нужно переделывать уже стоки, воздух. Короче, заморачиваться немного посерьезнее. Здесь второй уровень. Stage 2. Stage 2 по-русски, вот так. Что здесь сделал? Самое интересное. Они там эти катализаторы. То есть мотор в стоке оставили? Ну, сейчас в стоке, да. Я фильтра там ничего-то не переделывал, то есть спортивные не ставил. Ну, как бы Stage 2, Stage 1 просто программирование блока, да. Stage 2 это программирование блока, выхлоп и катализаторы. Ну вот у меня Stage 2. Stage 3 это уже там впуски переделать, коллектора, это все не... Рано переключил. 209, 220, 230, 240, 250, 260, 270. 192, 270 на 192, без всяких проблем. Шестая скорость, 250, 272. Слушай, как он тормозит-то хорошо, а?
Что хочешь? А, за 50 ходов. Ну все, больше мы никуда не торопимся. Спокойно. Руки не потеют, потеют подмышки. Начинаешь ведь просто вылазить из шкуры. В Германии можно, если вы хотите ездить со скоростью 300-350, вам нужно ездить либо рано утром в 6 утра, когда никого нет, либо в 12 ночи. Вот. Это единственное время, когда автобаны более-менее разгружены и свободны. Я еще когда был на Формуле 3, ездил сам за рулем. Когда ты едешь на треке, ты понимаешь, что ты летишь, ты можешь давить, 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 давить. У тебя поток всегда в одну сторону. А здесь, когда ты едешь, ты видишь, что человек едет, он может в носу ковыряться и поворачивать в левую сторону, в левую полосу. А мы же не хотим не разложить здесь эту М6, не разложиться сами в этом автомобиле. Поэтому будем ехать спокойно. 270, кто-то скажет, спокойно он ездит. Она позволяет ехать, она позволяет даже руки убрать. Прям стоит тихо в машине. Игрушка для настоящих мужчин, я так сказал. Когда ты едешь на S63 AMG, ты король автобана. А когда ты едешь на М6, ты такой хулиган. Ты реально хулиган. Что тебе стоит? Сделать вот так. Что тебе стоит? Ничего, все, и ты уехал. Все нервно курят сзади. Я не знаю, вот с этим, конечно, может быть поспорить. Нет, там вот едет красный, сейчас будет проезжать. Да, говорит мужик. Можно было бы, но мы же в Германии. Да. Ты просто, мужик, не представляешь, какие здесь катализаторы могут стоять, понимаешь? Ты, твой бы вот этот далеко бы, да, вообще не слышно было бы. Мы бы тут уже глохли. Да. Да, 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 да. Это итальянская игрушка, понимаешь? Это та игрушка, которая ломается, которая нереально ломается. Здесь больше хода. Как с ними вообще, вот с этими проблемы с моторами у них? Я ездил на такой, мне хозяин жаловался. 30 тысяч пробега, я уже сделал все в моторе, все, что можно было. Все, он говорит, у тебя бензин кончился, мужик. Тебе ехать больше некуда. Нам нужно дотянуть до буквально раз, два и сразу заправка. Вот пока все. Тест-драйв прошел успешно. Тест-драйв. Ух ты. Вот так вот, уважаемые друзья. Это был BMW M6. Хочу передать привет Роману из Клинленда. Это фанат BMW. Большой привет тебе. Большое спасибо, что вы смотрели это видео. Посещайте канал, обязательно подписывайтесь на него. С вами был Денис Рем. До новых встреч. Пока.